Приветствую вас, Ярослава. Давайте разберем ваш вопрос. Который вы задаете. Смотрите. Вот. С точки зрения той позиции, которую придерживаюсь я, процессе, вопросах психотерапии, взаимодействия с клиентами и помощи им. С этой позиции я думаю, что любой тест на профориентацию, как вы говорите, вам подойдет. Вот, абсолютно любой тест. Но проблема здесь, как мне кажется, немножко в другом. Проблема здесь в том, что вы себя не слышите, вот, проблема, мне кажется, в том, что вы к себе в какой-то степени относитесь достаточно негативно, вы к себе относитесь достаточно обесценивающе, как мне кажется, вот. И вот в какой-то степени в этом себе, да, вы себя не слышите. Вот, и мне кажется, что вам нужно смотреть вот именно на это, именно на то, чтобы учиться слышать себя, на то, чтобы учиться понимать себя, учиться замечать в себе, учиться замечать в себе те вещи, да, те моменты, которые с вами происходят. Вот. То есть я бы вот так бы вам, наверное, ответил. Вот, я бы вот так бы, наверное, вам сказал бы. На мой взгляд, это такая вот позиция, я бы сказал, такая самая адекватная, что ли, здесь, потому что в противном случае просто все становится механизированным опять. Понимаете, какая штука. Вот. И хотеть, чтобы это стало механизированным, да, и стремиться к тому, чтобы это стало механизированным. На мой взгляд, худшее, что можно вообще для вас сделать. Поэтому идеальным вариантом было бы, если бы вы уделили бы какое-то время себе, да, инвестировали бы в психотерапию и спокойненько позамечали бы, в себе позамечали бы какие-то вещи. То есть просто вы уделили бы себе внимание.
Значит, сейчас, какой вопрос, мне кажется, вы можете себе задать? Это вопрос следующий. Я хочу профессионально реализоваться, чтобы что, например, то есть какая у меня цель? Какая у меня цель? Да, вот я хочу, там, сейчас я хочу, например, сейчас я хочу реализоваться, да, сейчас я хочу, вот, сейчас я, значит, обращаю внимание на то, чтобы, чтобы реализоваться, да. Вот. А чего я хочу-то вообще, ну, то есть, вот, что мне нужно сейчас, вот. Понимаете, да? Как бы, вот. Ну, мне кажется, что это позиция, она довольно важна, вот. Потому что, мне так кажется, что что именно вот начав отслеживать себя, начав отслеживать свои моменты, вот, которые вас беспокоят, вот, какие-то противоречия, которые вас беспокоят, ну, которые вас тревожат по той или иной причине, вы могли бы потихонечку решать свои проблемы, которые у вас есть. Вот, мне так видится, по крайней мере, и довольно очевидно. Вот, а тест лучше оставить, как бы, для все-таки менее менее персонализированный, менее чувствительный к личности человека сферам деятельности. Вот. Мне кажется, так. Мне кажется, ну вот, такой ответ вам я бы дал с точки зрения вот психологии, что ли, с точки зрения психотерапии. Вот, и, наверное, с точки зрения вашей, ну, с точки зрения вот того, что могло бы быть для вас, ну, позитивно, могло быть для вас полезно и так далее. То есть мне кажется, что, ну, мне правда кажется, что вот, ну, в какой-то степени, да, условно говоря, вы себя продаете, когда там, пытаетесь решить пытаетесь решить вопрос через тест. Вот. Ну, потому что как бы там немножечко, как мне кажется, деструктивная позиция. Вот. Не в любви к себе. Это такая позиция. Вот. Хотя, конечно, вы там вправе,
к этому относиться так, как вам хочет. Вот тут вас никто не переубедит. Вот. Просто вопрос, конечно, заключается в том, да, вот, что для вас будет полезнее. Мне кажется, что полезнее будет себя преследовать. Вот, ну, то есть уделить вот какое-то время работе над собой, да, и преследовать этот момент, ну, преследовать эти моменты. Вот это то, что я могу вам сказать сейчас на данный момент. Вот, ну на этом давайте, наверное, закончим мой ответ, потому что более детально можно уже разбирать непосредственно при нашем взаимодействии, если оно случится. Вот. Так что на этом все. Удачи вам, всего доброго. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот. И надеюсь, что у вас формируется обратная связь, которая и послужит началом для психотерапии.